Обычно появляются те, кто смеется. Обычно у тех людей, которые долго зевают. Морщины появляются у того, кто очень много работает. Морщины появляются у старых бабушек и дедушек. К сожалению, морщины не украшают человека. Сначала был человек толстый, потом он перестал есть и стал на диету. И потом у него появились морщины. Девочки, кто много смеется, будут у них морщины.